Впервые в Азербайджане под эгидой ООН проходит Международная неделя гармонии религии, организованная Азербайджанским фондом Human при информационной поддержке культурно-информационного портала InCityAs. Этому событию была посвящена конференция, прошедшая в Баку. Выступившие на ней представители большинства религиозных конфессий, действующих в стране, отметили, что мультикультурализм в Азербайджане возведен в ранг государственной политики. Это показал успешно проведенный, объявленный главой государства Ильхамом Алиевым, год мультикультурализма 2016. Его важнейшие составляющие – толерантность, гуманизм, веротерпимость – давно уже стали неотъемлемой частью образом жизни азербайджанского народа. То, что в Баку проходит Международная неделя гармонии религий, говорит о многом. И прежде всего о том, что все религиозные общины страны живут в мире и согласии. Активно они участвуют в совместных мероприятиях религиозного и светского характера. Исторически сложилось так, что в Азербайджане религиозной духовности, традициям, обычаям всех народов, проживающих здесь, отводилась важнейшая роль как элементом воспитания нравственности, милосердия, уважения к моральным ценностям национальных меньшинств. В Азербайджане с поколен веков мультикультурализм существует. Это не сегодняшний день, не вчерашний, это поколен веков было у нас. И в Азербайджане мы евреи, и как все малочисленные народы, живем спокойно, соблюдаем свои законы, соблюдаем свою веру. Этот год у нас объявлен президентом День солидарности мусульманского мира, ислама. То, что касается 2016 года, у нас был объявлен президентом Год мультикультурализма. Азербайджан является неотъемлемой составной частью модели мультикультурализма и толерантности. Это я как представитель удинской общины могу представить, что народ, который исторически на своей исторической родине проживает тысячелетиями и сохранит свою культуру, язык, традицию. В работе конференции приняли также участие представители различных общественных организаций, проводящих большую работу по популяризации азербайджанского мультикультурализма в рамках своей деятельности. Мы живем в состоянии братства и добрососедства. Здесь общее, если есть горе, оно общее, если радость, она общая. Поэтому я хочу, чтобы все, весь мир, смотря на нас, учился и подражал нам. В деятельности азербайджанского культурно-информационного портала InCityAs много места отводится материалам, посвященных азербайджанскому мультикультурализму, его масштабности, толерантности, свободе вероисповедания. Каждый хочет показать то, что в Азербайджане он живет в мире, согласии, спокойствии и сохраняя свои все духовные ценности. Для участников конференции юные художники Баку подготовили свои рисунки на тему «Гармония религии».